Вот Игнатик начинает резать арбуз. Сейчас за обедом будем употреблять его. Нож какой-то тянет в сторону. Так вон у вас нож-то, вон он, Игнатик. Вот хороший нож. Ну да, этот лучше. Этот прям в сторону тянет. Вот так прямо пошел. Я разделил сразу на две части. А потом мы каждую часть разделим на пять. Все, готовьтесь, братья. Все. Это вот. Дальше мне ее девать-то. Куда? Ладно. А сюда он не войдет? Маленький, да. Так. Как я делить его на 5? Как бы на 6 легко было, а на 5. Значит, вот так вот. Пополам. Как бы пополам. Значит, что нужно сделать теперь мне? Вот эту вот часть разделим на 3. И опять будем узнавать, кому что. А эти побольше маленькие. Матушка моя придет. Ей дадим. Ну и что? Давай, Георгий, отворачивайся. Есть. А кто не иди сюда разносить? Иван. Так. Кому? Николаю. Николаю, на, отвезешь вот это. Так. Так. Положу сюда. Кому? Володе. Володе. Мне. Оператору. Оператор, здравствуйте. Так, кому? Ивану. Чтобы веселее работал. Веселее. Так, это кому? Вам. Мне туда отвезти. А мне остатки сладкие. Так, а это? Мне остатки сладкие самые. Давай. Ну все. На тебе, остатки сладкие. Арбух, родненький. Семечки не забывайте себе. Надо тарелку взять большую. Какую-то. Да. Это-то надо вам? Ну, может быть, и надо. Вот, да. Садись, Владимир, сам поедешь. Да, сейчас. Поедим. Могу снять тебя, когда тебя в интернете нет. Давно к тебе. Да я могу сам на себя направить. Сам на себя направить. Да. Вот так, по милости Божией, Господь дал в этом году арбузы. Тоже обильно. Это один из самых больших арбузов, который родился в этом году. Семена я специально не брал, там по сортам. Сам даже не знаю, какие, что, где сорта. Ну, вот так вот садим просто и все. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя.